Очень тяжелая игра. Команда настраивала, что будет очень тяжело с ними играть. Я думаю, что они находятся не на том месте. Ну, говорю, было много брака, но все равно есть такие игры, когда мы не можем забивать много голов. В таких играх решает один гол, что и получилось. Удалось нам забить. И я ребят поблагодарил. Большие молодцы. Очень нужны 3 очка. Коллеги, вопросы из зала, может быть. Алексей Николаевич, сегодня у нас есть вопросы по видеосвязи от журналистов. Пожалуйста, Андрей Колосов, вам слово. Алексей Николаевич, здравствуйте. Поздравляю с победой. Спасибо. Вопрос такой, что в первые 10 минут СКА активно провели у ворот Уфы, во втором тайме Гангадзе забил шикарный гол, но как будто бы все-таки не хватало моментов в атаке. И есть у вас вопросы к футболистам по содержанию именно в атаке, по игре? У меня нет вопросов. Я еще раз повторюсь, говорю, есть такие игры, когда судьбу матча решает один момент. Он решил, да, много было стандартов, не добирались. Но, я говорю, соперник тоже хотел победить. Поэтому очень тяжелая игра. Я говорю, рад еще раз, что мы добились победы 3 очков. Андрей, спасибо большое. У вас будет еще вопрос? Да, еще хотел задать вопрос по поводу того, что после победы команда поднялась на 7-е место. Какие задачи на 2-й круг? Мы в таблицу не смотрим. Мы, еще раз повторюсь, настраиваемся на каждый матч. Каждый матч мы хотим победить, но не всегда это удается. Задачи по ходу решаем. Еще раз говорю, настраиваемся на каждую игру. Хотим выигрывать. Спасибо большое. Еще вопросы. Иван Карсаулидзе, пожалуйста, ваш вопрос. Да, добрый день, Алексей Николаевич. У меня вопрос к вам такой. Вы сегодня впервые обыграли Уфу, СКА Хабаровск. Ну, у вас за предыдущие 10 матчей не было ни одной победы. Был ли какой-то особый настрой конкретно на Уфу, чтобы вот эту серию прервать? Нет, я только сейчас узнал, что мы ни разу в них не выигрывали. Ну, хорошая тогда статистика, если мы одержали впервые победу. Очень приятно. Особого настроя не было. Я говорю, вот только от вас узнал, что мы первый раз и обыграли. Иван, еще вопрос? Да, есть еще вопрос. Вы после матча с Балтикой говорили, что ваш бич – это стандарты у ваших ворот. Сегодня показалось, как будто бы старались их не допускать. Как-то это отдельно обговаривали перед игрой? И как вообще оцените, как подготовились к стандартам сегодня? Да, обговаривались, мы уделили время в игровом, в тренировочном микроцикле на стандартные положения возле наших ворот. Я думаю, сработало, что особо опасностей после стандартов соперника у нас не возникло. Но, к сожалению, говорю, поработали над одним, теперь слабы в своих атакующих действиях при стандартах. Иван, спасибо вам большое. Сергей Кулагин, пожалуйста, ваш вопрос. Алексей Николаевич, добрый день. Вопрос такой. Следующий матч с «Торпедо», лидер турнирной таблицы, команда которой пока еще не проигрывала в этом сезоне. Будете ли как-то по-особому настраивать команду с моральной точки зрения, как-то ее готовить дополнительно? Ну, тем интереснее играть с лидером. Особо настраивать их не придется, потому что после обидного поражения в первом туре 0-4, ребята сами хотят взять реванш. А еще раз, футбольное поле покажет. Сергей, еще вопрос? Нет, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Михаил Гариванов, пожалуйста. Вам слово. Алексей Николаевич, добрый вечер, наверное, уже вечер. Михаил Гариванов, комментатор матча. Составной вопрос задам вам. Длинный достаточно. Первый. Как мне показалось, не включилась ваша вот эта полноценная атакующая группа вот на полную мощность, и с чем вы это связываете? Потому что в прошлых играх с тем же Черноморцем или с Уралом все как-то работало, сегодня чуть более скромно. Второй вопрос. Когда забивали гол,
Тактически была от вас какая-то корректировка, потому что Гаджимурадов с Алиевым местами поменялись все-таки. Имело ли это какое-то влияние? И последнее, сколько раз у вас остановилось сердце, пока Гангадзе там всех укладывал на замахи и не бил? Спасибо. Так, ну давайте начнем то, что атакующая линия у нас, ну, не в полную, скажем так, сыграла. Ну, давайте начнем, что у нас был до этого поездка в Калининград и обратно. Ну, тяжелый перелет. До этого к нам приезжал Черноморец. И в следующем туре они уступили дома 0-1. Тоже есть основания, что ребята, ну, чуть-чуть недовосстановились, скажем так. Поэтому, может быть, и атакующая линия у нас сыграла. Но еще раз говорю, игра такая сложная, что одного момента было достаточно. Второй, да, в перерыве мы разговаривали, чтобы Гаджимуратов с Алиевым менялись по ходу матча флангами. И в первом тайме Камран часто заходил в середину. Я ему сказал, чтобы он играл, ну, с ширины, чтобы были зоны, куда вбегать. Вот. А третий, про сердце, не, я был уверен, что он забьет. Поэтому... Слишком долго, слишком долго. Ну, большая пауза. Чем больше пауза, тем больше мастерство, скажем так. Поэтому... Ну, да, да. Было бы плохо, если бы он дарил в касание и не забил. А так он на верочку, скажем так, оценил ситуацию и забил гол. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Михаил, спасибо большое. Егор Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос. Алексей Николаевич, здравствуйте. Сразу после финального свистка попал в трансляцию крупный план Имамова, и его радость такая достаточно бурная. И вот мне кажется, он порадовался не просто победе, а победе на ноль в обороне. Почти два месяца на ноль все-таки не играли. Насколько это важно для вас? Опять же, как коллеги отметили, следующий тур с Торпедо, который очень много забивает. Спасибо. Не, я рад за всю команду, не только за Ису, но за всю команду, что мы сегодня не пропустили. На ноль всегда играть приятно, но для меня без разницы, с каким счетом выигрывает команда. 2-1, 3-2, 4-3. Главное, чтобы выигрывали. Ну, Торпедо много забивает, будем готовиться. Хорошая у них линия атаки. Да и вообще хорошая команда. Я еще раз говорю, тем приятнее нам будет играть.